Привет! Вы на канале Дэниэл, и мы ужасно рады всем! И сегодня мы с Дэночкой будем открывать вот такой вот мусоровоз. Оранжевый мусоровоз. Дэна у нас ужасно любит всякие разные мусоровозы. Ему очень нравятся эти машины. И вот один из очередных мусоровозов в его коллекции. Ну что, начнем открывать? Попробуем открыть? Ну давай! А этот мусоровоз еще должен быть с каким-то сюрпризом, нам в магазине сказали. Потому что сказали, что скоро Пасха, и пасхальный зайчик иногда деткам в игрушки кладет сюрпризы. Не можешь открыть. Ты не можешь открыть? Ну, давай я помогу тебе. Там это скотч. Это там скотч? Окей, сейчас я дам тебе ножик. Так, ну что, мама тебе скотч порезала? Уже дальше справишься сам? Ну, достанешь? Ага, мусор. О, это гарбичный контейнер, что ли? Контейнер для мусора, да, ты уже достал? Вот это да. Так, ну давай дальше, вытягивай свою машину. Ну тяни, я тебе уже помогла открыть немножко, да? Дальше ты тяни за синюю коробочку. За синюю коробку тяни, и гарбич-трак вытянется у тебя. Давай. Не могу. Не можешь? Ну, сейчас поможем тебе, раз ты не можешь. Так, вот вытянул Дэнка наконец-то. Ой, да ты же его сейчас разобьешь. Ну, что там, Дэн, еще осталось? А, вот, ты пооткручивал. А ну, покажи нам, что ты там открутил. А, вот эти болты снял. Хорошо, давай второй болтик снимай. Там два болтика есть, да? Я не могу. Ты не можешь? Ну ты же один снял. Покрути хорошенько, попробуй. Еще раз попробуй, и все. Ну, ты мне поможешь? Конечно, помогу. Сейчас мама тебе поможет. Все, снял? Да. Молодец. Ну, давай вытаскивай уже свой мусоровоз. Нам же уже всем интересно с коробки. Стой, забери коробку дальше туда к себе. Вот так, вот он, наш мусоровоз. Ну, давай помогу тебе. Вот. Давай вот сюда становись. Вот так. Так, ну что, мусоровоз мы достали. Давай посмотрим теперь, какой же там внутри сюрприз у нас. А ну, открывай. Что там у нас в нашем мусоровозе? Вот это да! А ну покажи, это что, да? Это бас! Это что? Это такой подарочек, да? Да, это такой... раз, а ну дай это сюда покажем. Давайте сюда посмотрим. Это, это это я поняла, это конфетки, это медвежуйки такие вот, только они от зайчика пасхального. Вот он нарисован, зайчик маленький, который нам принес в мусоровоз еще такие конфетки. Что, будет это наш мусор, что ли? Ну да. Ну да, ну давай откроем. Так. Ну давай. Не знаю, нам получится порвать. Сейчас мы попробуем порезать. Отойди. Вот. Держи. Ух ты. Так. Конфеты мы высыпали. Ну давай с самим мусоровозом разберемся, что он умеет делать. Он же что, он, вот у него, где его контейнер? Так, а ну покажи, как контейнер цепляется. Давай-ка сюда повернем немножко. Ай, ты! Да, и сюда я приеду. Я... Так, значит, контейнер у нас цепляется как-то вот так, да? Вот так. Ты хочешь конфетки все забрать? Ну давай. Забрали все конфетки, так. Так, Дэн, а что в нашем мусоровозе есть вообще? Мы знаем хоть, какие кнопки тут есть, какое что? Ты уже конфеты увидел и забыл вообще посмотреть, что этот мусоровоз умеет делать. Ага, вот это он так высыпает мусор. То есть здесь механический подъемник, да? Да, здесь такое, дай я покажу. Здесь вот такое колесико. Его надо крутить руками. И тогда оно поднимает гарбич вот так.
Мальчик, ты уже конфетки хочешь кушать? Ну ты даешь. Ну ты хитрюлька маленькая. Давай, пока мы поиграем мусоровозом, давай. Дэн, ты мне скажи, ты что уже? Ты уже открыл конфеты? Мусоровоз тебе уже не надо, нет? Ну давай будем играть, давай. Давай теперь все конфеты, весь наш этот мусор мы загрузим куда? В мусоровоз. Ну давай, хватит уже кушать. Положи конфетки и давай будем эти собирать. А тут еще вот что на коробке написано было, нарисовано, что тут воздушная помпа. То есть мы ее нажимаем, и она переворачивает кузов с мусором, да? Да, ну давай, загружай мусор. Бери наш мусор. Так, сейчас я тебе еще мусора подброшу. Подожди, где же мой мусор? Вот наш мусор. Сейчас я тебе дам еще мусора немножко, чтобы тебе было веселее работать. Держи тебе еще мусора. Опа! Еще вот такие яички, да? Да. Прикольно. Прикольно так. Ну давай, клади гарбич. А то гарбич так ждет. Только не по одной клади, хотя бы несколько штук. Давай, давай, собирай, собирай яички, собирай конфетки, бросай в мусор. Бросай, много бери ручками, Дэн. Так, выбрасываем. Ну давай, поднимаем. И в мусор их отправляем, эти наши конфетки, да? Вот эти осталось. Что там? Осталась еще одна, не вылетела? Так, ладно, теперь сними гарбич, сними мусорный контейнер и покажи, как наша машина может выбрасывать все обратно. Ну, надо еще это убрать. А, еще это? Ну давай, быстрее клади. Не по одному яичку, а бери сразу несколько, клади в машину. Вот так. Дэна, давай, бросаешь ты, да? Да. Дэна бросает по одной. Он сказал, что много конфеток сразу бросать в мусор нельзя. Ему, наверное, вообще тебе жалко мусор конфеты бросать, Дэн? Дэнка? Да. Жалко? Ты бы их с радостью ел. А ты знаешь, а так нам ничего не видно, что ты там делаешь. Ты нам все закрыл. Ну как? Поместились твои конфеты в мусор? А? А гарбич-трак тебе нравится, Дэн? Мусоровоз нравится тебе вообще, скажи? Хороший? Да. Да, ну давай нам, давай мы уже конфеты повезем на свалку, может быть. Покажем, как он работает на свалке, давай? Ну давай. Ну давай, ну давай вот этот мусор еще выбросим в него. Жик, вот так. Выбросили, так. Теперь отцепим мусорный контейнер и повезли конфетки на свалку. Так, стой. И повезли конфетки на свалку. Вот мы их привезли, да? Опа! А, вот эта кнопка сверху нажимается, которая мусор выбрасывает, да? О, посыпались все наши конфетки на свалку, посыпались, да? Выбросили? Жик, так, вот эта свалка конфетная. А, мы еще мусоровоз принесем. Еще один мусоровоз принесем, да? Нам этого мало для всех этих конфет? Нам очень много мусора, и мусоровоз не справляется наш, что ли? Ты хочешь какой принести, скажи мне? Зеленый. Зеленый? Да, все зеленый. Окей, сейчас принесу. Вот, принесла тебе контейнер, то есть ну, новый мусоровоз с новым контейнером. Там у него желтый контейнер, да? А ну покажи нам, как этот работает. Теперь у тебя коллекция. Целых два гарбич-трака. Сейчас покажу. Да, только нам ничего не видно. Ладно, ты давай клади в свой контейнер мусор, а потом повернешь и покажешь, как он работает. Здесь не механический, здесь на батарейках гарбич-трак, и поэтому он поднимает сам. Вот сейчас увидите. Опа! Вот так, вот такой у нас еще один мусоровоз, да? Классно? Да, мусоровозы возят конфетки в мусор. Не работает? А ты вниз опусти. А что случилось? Почему перестал работать? Заработал, да? Просто Дэна его слишком высоко поднял и его заклинило.
Так. Будешь опять насыпать в него мусор? Я бы такими мусоровозами тоже бы играла. С конфетками, мусор, конфетки, почему бы и нет. Ну ты скажи, ты доволен мусоровозом, Дэн? Да. А ну покажи нам свой новый мусоровоз, ближе его сюда поставь. Вот он. Вот он такой, да? Он большой. Он большой, да. Это хороший мы купили новый мусоровоз, правда? Ты такой хотел оранжевый, да? У тебя зеленый был, а ты еще захотел оранжевый. Угу. Вот такой здоровенный. Здоровенный. А потрогай, колеса у него какие? Резиновые или не резиновые? Какие колеса? Не резиновые. Нет, обыкновенные колеса. Пластмассовые? Да. Да. Так ты нам так и не показал. Это воздушная помпа, она что делает? Мама думала, что она опрокидывает контейнер с мусором. А она, значит, его просто опускает, да? А ну давай покажем еще раз, как она работает. Давай-ка сюда. Сейчас нам Дэна покажет, как работают кнопки, да? Нажимай красную большую кнопку сверху на кабине, которая переворачивает контейнер. Ну, которая переворачивает контейнер. Где кнопка большая? Нет, не это. Это переворачивает контейнер с мусором. А с машины, которая выбрасывает весь мусор, какая кнопочка? Вот это, нажимай. Опа! Вот так работает машина на воздушной помпе. А вот это опускает. Все, теперь все понятно с этой машиной, да? А ну-ка давай, как она называется? А, это... Нет, это не Мерседес, это Мэн. Мусоровоз Мэн. Ой, а сын уже поломалась. А вот кто поломался? А, ничего, это не страшно. Это оно не поломалось. Это оно просто разъехалось в разные стороны. Это ничего страшного. Так что ты делаешь? Рассказывай нам. Ты собираешь мусор, да? Нет. А что ты? Ты пытаешься что делать? Ты собираешь конфетки? Нет. А что? Что ты делаешь? А, ты цепляешь контейнер к мусоровозу. Все понятно. Ну ладно, ты пока цепляй контейнер, а я возьму коробку и покажу ребятам, как называется наша машина, да, и кто ее сделал. Да. Значит, наш мусоровоз сделан вот такой маркой. Называется Dicky Toys. Да. И этот мусоровоз работает на воздушной помпе. Ну что? Здесь только мусора. Это все тебе надо убрать, да? Но ты знаешь, главное, чтобы ты этот мусор не кушал, правда? Потому что много конфет детям кушать нельзя. Иначе у них что будет болеть, Дэн? Зубочки будут болеть. А чтобы зубочки не болели, надо не есть конфеток. И что делать зубкам? Чистить. Чистить. Ну давай. Давай собираем мусор. Еще немножко мы собираем мусора, да? Да. И отвезем его весь куда? На свалку. На свалку отвезем. Вот это да. Вот это мусор. Дэн у нас не пропускает ни одного дня, когда к нам приезжает настоящий мусоровоз и забирает наш мусор. Ему очень нравится смотреть и наблюдать за процессом, да? А есть у нас дома. А теперь еще у нас дома есть два мусоровоза. Ну, это вообще классно. Это оранжевый, это зеленый. Да, оранжевый и зеленый у нас есть. Правильно. А ты сейчас что собираешь? Ты собираешь шоколадные яйца, да, в мусор? Да. Ну и как получается? Что-что? Яички уже закончились? А вот еще. А медвежуйки? Медвежуйки же тоже надо собрать. Ну там уже полный. А, уже полный. И куда поедет полный мусоровоз? На свалку. На свалку? Давай, делай свалку возле меня. Я люблю шоколадные конфеты кушать. Давай, вези их ко мне. Все, высыпай. Высыпай конфетки. Ну, нажимай свою красную кнопку.
сыпятся конфеты. Ура! Ура! Так, мама сейчас будет пить кофе с твоими шоколадными яичками, да? Можно я заберу со свалки несколько яичек, Дэн? Нет. Не надо? Нет. А почему? Я хотела открыть и покушать сам. А, ты хочешь открыть и сам покушать? Ты что, с мамой поделиться не хочешь? Ну, я дам тебе другую. А, ты мне другую дашь? Ну, спасибо, давай. Спасибо огромное. Ну что, вкусная была конфета, Дэн? Да. Да? Ну, теперь ты соберешь весь мусор с нашего коврика? Отвезешь все на свалку? Нет, еще с зеленым. А, ты будешь еще с зеленым играть? О-а. По-моему, слишком высоко поднял. Сейчас там оно, наверное, опять застряло у тебя. А, нет, смотри, раз и опустилось. А ты, может, поверни, чтобы мы тоже видели, как оно работает? Ну, нет. Нет? Не повернешь? Ну, ты чуть-чуть поверни трак, чтобы мы все-таки могли видеть, как контейнер поднимается с мусором. Вот так, да. А ты же кнопочку можешь нажать и так, правда? Вот, поднимает машина, мусоровоз, контейнер с мусором. Ну, давай, накладывай туда мусор. Накладывай наши яички, наши медвежуйки туда. Так. И поднимаем мусор. Ну, опять ты повернул, и мы ничего не увидели. А, вот так. Ну, хорошо, хоть так видно. А теперь расскажи, ты какой-то еще гарбич трак хочешь? Да. Какой еще, скажи? Ну? Никакой. Никакой, ну и слава богу. Нам два гарбича трака достаточно дома, правда? Угу. Так, ты нагрузил полный контейнер мусора, да? И теперь будешь его поднимать и выбрасывать? Классно. А почему ты сам выбрасываешь? Ты нажми кнопочку, и оно все выбросит. Вот так. Опа! И посыпались. А не пора ли наш мусоровоз опустошить? Не пора ли с него мусор высыпать на землю обратно? Как ты думаешь? А ну-ка, которая кнопка выбрасывает весь мусор с машины? Покажи в этой машине, какая? Синяя? А ну нажимаем, мы сейчас посмотрим, что получится. Опа! И все яйца высыпались. Класс, да? Классный мусоровозик. Мусоровозик класс. Ну, это выходит за как? Прямо на крышку. Прямо на крышку положил? Забыл открыть крышку? Ну что, сюжет отснят. Спасибо всем. Поставьте лайк для Дэнни. Эмма. Эмма. Для Дэнни Эм. Огромное всем спасибо. Мы дальше будем играть нашим мусоровозом, потому что Дэна сказал, что у нас еще очень много мусора, и ему нужно обязательно закончить с ним разбираться. Да, Дэночка? Угу. Ну все, пока-пока. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.